вас создает страну, а не те, кто с ксивами. Те, кто ксивами, поджирают эту страну, потому что они не создают продукты. Даже последний шаурмишник, он все равно создает страну. И ни один майор в погонах не создает страну, потому что он пожирает ее, он ресурсы сосет. Экономика им не нужна. Ну вот, это очень печальный вывод, который я уже знаю достаточно давно, именно на своей шкуре. Мы работаем не благодаря все предприниматели, а вопреки. Нас, условно говоря, ну, на всех эшелонах власти нас рассматривают, ну, вы же недра не добываете, ну все, ну ладно, идите там челядь обслуживайте. Феодальное государство, мы им с тобой не нужны, неважно, чем мы с тобой не занимаемся. Если мы не добываем нефть и газ, откуда они, собственно говоря, черпают, наполняют основную лохань бюджета, то нам они денег не дадут, неважно, что мы с тобой делаем.